второй из братьев-близнецов, пострадавших в аварии в Каменке, за жизнь 15-летнего мальчика. Врачи в Кишиневе боролись больше 2 недель. На днях он скончался. Его брат-близнец погиб в день аварии. Страшное ДТП в Каменке случилось 11 августа. 14-летний парень без спроса взял машину родителей и решил покататься с друзьями. В машине было еще 4 подростка, братья-близнецы и 2 девочки. Водитель не справился с управлением и врезался в столб. В Кишиневской больнице по-прежнему остается одна из пассажирок, 14-летняя девочка. У нее таз сломан, ее сильно болит. Он сказали, что сегодня-завтра сделают рентген еще раз, посмотрят, как там. Почему ее болит. И у нее проблема с легким, не знаю, у нее температура повышается уже 3 дня, 38. И тоже он сказал, сделает рентген, потому что, может быть, там собирается кровь. Так как она у нее была контузия легкого, ну, я в этом мало что понимаю, но, как я понимаю, там собирается, как гематома такая. И там может собраться кровь, поэтому, может быть, температура от этого. В Кишиневской больнице по-прежнему и 14-летний подросток, который сел за руль и устроил ДТП. Ну, пока как без изменений, лишь вкатили ему какую-то жидкость в колено, пока непонятно. Нога в гипсе, плечо ему в гипсе не могут ставить, поэтому перебинтованы. Еще одну пассажирку, 15-летнюю девочку, которая также пострадала в аварии, выписали из Кишиневской больницы. Лечиться будет дома, в Каменке, под наблюдением врачей.